здесь делает? Я его пригласила. Ты его пригласила? Когда? Это на обеде вчера. Вчера ты с ним обедала? Да, отлично выглядишь. А ты просто у нас королева. Здравствуй, Стивен. Что-то ты не в себе. Иди-ка сюда. Что с тобой, Стивен? Ты весь наэлектризован. Это потому, что я только что вышел из тюрьмы, а ты меня туда отправил. Я могу прямо сейчас отвезти тебя в полицию. Как хочешь. Я не хотел бы показывать это Робин. Сволочь. Слушай, Стивен, давай хорошо проведем этот вечер. Так вот, Стивен держал в руке боевой топор и гонялся за мной, размахивая им, как сумасшедший. А я ему сказал: «Эй, это же представление, что ты хочешь доказать?» Он всегда слишком серьезно все воспринимает. Еще бы, я это знаю. Он чуть голову не снес с плеч. Вы когда-нибудь играли в порно-угадайку? Это версия популярных телевизионных игр. Робин, ты в моей команде. Стивен? Ты будешь с мамой. А вы судьи. Вытаскиваю слово. Кодовое слово «влагалище». Я не хочу играть в эту игру. Прекрати, Стивен. Стивен. Женщина. Женщина. Мужчина? Нет. Пенис. 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 Влагалище? Да. Да, угадала. Есть. Молодчина. А я бы сказал член. Ну вот, вы наконец-то начинаете врубаться. Кодовое слово сосок. Can I pass? Come. Steven, я могу выйти из игры? Прекрати, Стивен, не дури. Breast. Грудь. Breast. Грудь. Tit. Сиська. Так, хорошо. Запомни его ход. Мысли твердый. Эрекция? Нет. But thanks for noticing. Но спасибо, что заметила. Твоя очередь. Center. Центр. Center. Центр. Center. Центр. Сосок. Есть. Есть. Угадала. Мама. Кодовое слово. Даже не знаю, как и сказать. Нет, с меня довольно. Я больше это делать не буду. Я с ним играть в это не буду, Стивен. Думаю, ты перенервничал. Я не перенервничал. Он вас всех обдурил, одурачил. Он не такой, он психопреступник. О. Так, все успокойтесь. Мы знали, что это произойдет. Ничего не происходит. Ничего не происходит. Стивен? Это надежное место. Здесь ты с людьми, которые тебя любят. Правильно? Да, да. Я ненавижу тебя. Оставь меня в покое. Весь свой гнев он выплескивает на меня. Может, мне уйти? Нет, не уходи. Стивен, ты ведешь себя как придурок. Что? Видишь, что происходит? Ты... На самом... Нет, опустился. Не подходи ко мне. Не бойся. С этого начинается исцеление. Иди ко мне, подойди ко мне. Робин показала мне родимое пятнышко на левом плече. Оно очень сексуально. Стивен! Что с тобой происходит, черт возьми?
Спасибо всем за чудесный вечер. Наверное, мне лучше уйти. Я прощаю тебя. Надеюсь, что мой невропатолог меня поддержит в этом. Никто не заметил, что я опоздал? О чем ты говоришь? Ты здесь уже целый час. Здравствуй, Стивен. У меня для тебя подарок. Как поживает Эл, твой босс? Лучше не начинай. Этого человека нет никакого воображения. Это все равно, что работать на мистера Магу. Жаль, что никто этого не знает и не замечает, иначе бы его давно выгнали отсюда. У него залысина, на нее невозможно смотреть. Залысина, залысина, залысина. Я знаю, я знаю, я знаю, черт возьми. Now, if only somebody at corporate would wise up and dump.